Вы уже поняли, мое утро, точнее день, начался с готовки, так как вчера мы гуляли целый день, потом смотрели Евровидение. Так у меня руки не дошли замариновать кролика, а уже сейчас ночью мне было лень резать чеснок и его мариновать. Думала, встану с утра пораньше замариную, но тоже не судьба, тоже не получилось мне встать пораньше и замариновать. Я целую ночь плохо спала, просыпалась, загрузила шорты, все надеялась, что они залетят в ленту, и я наберу наконец-то свою 1000 подписчиков. Но нет, тоже не судьба. Не набрала я 1000 подписчиков за эту ночь. Ну да ладно, не расстраиваюсь, как сказал мой муж. Придет время, наберешь. Вот, поэтому пока я раскачалась, пока мы позавтракали, и только в час дня я стала мариновать этого кролика. Ну, пускай хоть часик постоит, и сейчас уже 2 часа начну жарить его в сковородочке. И как раз еще по телевизору сказали, что сегодня бесплатная электроэнергия. Вы представляете, я еще несколько раз сказала, в Испании бывает что-то бесплатно. В Испании, да, бывает бесплатно. Сегодня получается с 9 утра до 6 вечера бесплатная электроэнергия. Поэтому я поставила стиральную машинку. В принципе, я и собиралась это делать. Как я уже говорила, по выходным самая дешевая электроэнергия. Я по выходным стараюсь стирать. Знаю, что в воскресенье, так как я православная, не очень как бы правильно это делать. Но другого выбора нет. Мы экономим деньги. Поэтому я не часто, но чаще всего стараюсь ставить в субботу 2-3 стирки, а уже в воскресенье нет. Но иногда еще переношу на воскресенье стирку. И вы знаете, что я тоже собиралась испечь пирог морковный, так как у меня лежит морковка мертвым грузом в холодильнике. Думаю, надо что-то с ней делать. Я уже купила этот крем, сейчас покажу. Вот, смотрите, морковка здесь у нас лежит. Что-то я в последнее время ни суп не варю, ничего. И она пропадает, надо делать, короче, пирожок. И вот купила вот этот крем, да, такой по типу Филадельфия, такой мягкий, на крем. И все, пустой холодильник, надо ехать на закупку завтра. Ну, в принципе, я сейчас кролика приготовлю, так будет еда. Как я уже сказала, что сегодня бесплатная электроэнергия, мужу говорю, значит, надо воспользоваться случаем и испечь пирожок. Я думала, вечером буду печь. Вот, думаю, сейчас с кроликом займусь, стирку поставила, вечером займусь пирогом. Но нет, раз до 6 часов бесплатно, значит, надо по-испански опровичать, пользоваться возможностью, и сейчас займусь пирогом. Как раз сейчас поставлю кролика тушиться и буду делать тесто на пирожок. Как ни говори, все равно вкуснее, чем дома, нигде не накормят. Вот я вчера пошла, поела этой картошки фри, я говорила, что она была холодная, мне ее 2 раза подогревали, все высушили, есть было невозможно, но съела, я была такая, знаете, в настроении, мне хотелось радоваться жизни. Потом я пошла пить кофе, был этот кексик тоже, который я попросила, тоже был сверху сырой. Ну, то есть такое себе, знаете, платить деньги и не получать качественный продукт. Уже проще дома, конечно, приготовить. Единственное, что хочется выйти куда-то в люди, знаете, не готовить, насладиться сервисом, поесть. Ну, как бы я от этого кайфую. Ну, просто, так сказать, не сошли звезды вчера, не мою пользу, поэтому пришлось есть то, что есть. Но в любом случае, я осталась очень довольная. И когда ложилась спать, благодарила Бога, Вселенную, за этот прекрасный день, что я поработала, что я вкусненько поела, попила кофеечек, посмотрела Евровидение. И да, мне одно не скучно, иногда хочется компании, но, если честно, я люблю очень одиночество, мне даже лучше одной, чем с кем-то. Я вот люблю с подружкой встречаться раз в неделю.
Но в то же время мне самой тоже не скучно. Я всегда найду себе занятия, что посмотреть, снять какое-нибудь видео или смонтировать видео. То есть в любом случае я всегда в пределе. И да, мне часто хейтеры пишут в комментариях, что я вот так делаю глаза. Выкатываю как-то правильно, да? Выпучиваю, выкатываю глаза. Но мне кажется, так более эмоционально, что ли. Ну, я, может, когда с подушкой разговариваю, этого не делаю, но на камеру, да. Почему-то мне вот хочется это делать. Мне так кажется, что я сильнее проявляю свои эмоции, и тем самым у вас интерес больше ко мне. Видите, так пожирнее налила. И сейчас буду выкладывать своего вкусненького кролика. Аромат стоит, конечно, обалденный. Сейчас выложу на сковородку и добавлю еще немножечко водички, чтобы подтушился. Для приготовления наивкуснейшего морковного пирога нам понадобится 4 яйца, стакан сахара, щепотка соли, 1 чайная ложка ванильного сахара или ванилина, стакан подсолнечного масла, можно не полный, 1 чайная ложка соды, немного уксуса, 3-4 моркови, цедра 1 апельсина и 2 стакана муки. Все, начинаем готовить наш прекраснейший морковный пирог. Смотрите, я снимаю рецепт, и это очень заинтересованный сидит и ждет еду, да? Бедная кошка, час назад поела и уже умирает от голода. Уже полчаса тут возле меня крутится, чтобы снова покормили. На полу. Это у нас бедная голодная кошечка. Да, а я снимаю рецепт морковного своего пирожка. Начала мешать тесто, взяла новую ложку и думала, где взялась моя ложка? Вот моя ложка. Вот так снимаются рецепты, да. Все теряется, все пропадает внутри теста. Сегодня снова едим кролика. Смотрите, как аппетитно. Ой, не могу. Это мое самое любимое блюдо. Все, накрыли наш красивый стол. Смотрите, как у меня аппетитно смотрится в тарелочке кролик. Я говорю, это мое самое любимое блюдо. Сколько я себе соуса положила. Как всегда, бокал красного вина. Потому что сегодня воскресенье, выходные. Выходные можно выпить. И сыр овечий. Очень вкусный. Все, мы будем пировать. Всем приятного аппетита! Ну что, пока мы вкусненько покушали, испекся мой пирожочек, я, конечно, запарилась. Тут же у меня и кролик готовится, тут же картошка варится, стиралка постиралась, полчаса стояла, я открыла дверцу, потому что надо было закончить с пирогом. Мы сели есть и поставила пирог в духовку. Так что еще раз говорю, пока мы кушали, испекся мой вкусненький пирожочек. Смотрите, какой красавчик получился.
Прям не верю своим глазам. Я, наверное, последний раз в январе его пекла. Так, сейчас возьму перчатку. Взяла перчаточку. Смотрите, какой красивый пирожочек. Поднялся, воздушный такой. Все буду доставать. Пускай остывает. И остынет, я приготовлю крем. Я сегодня домосед. Готовлю. Постирала. И на улицу. Что-то мне совсем сегодня идти не хочется. Завтра на работу последний день. Завтра поеду, поработаю. Прогуляюсь. Еда у меня же готова. Из окна буду смотреть на прекрасный, чудесный вечер на лагуне. Да, надо идти делать глазурь. Крем для моего пирога. Как раз он уже подостыл. Вот идти делать глазурь. Что-то прилила, думала, что присну на полчасика. Нет. Не оставляет меня в покое моя 1000 подписчиков. Мне осталось 10 человек. 10 человек. Скорее бы, скорее бы, скорее бы уже набрать мою 1000 подписчиков. Не спится мне. Хотела сказать, не спится, не естся. Но мне естся, но не спится. В этом плане, когда я нервничаю, у меня проблем с аппетитом нет совершенно. Я как ела, так и ем. А вот спать, да, не получается. И говорю, что идти на прогулку мне не хочется. Я сейчас пойду делать этот крем для торта, с этого сливочного крема. Взбивать все. И, может быть, на часик поставлю еще холодильник. Чуть-чуть подостынет, конечно, будет тот эффект. Но уже будем сегодня пить чаек с ним. Что поделать, очень хочется вкусненького. И да, забыла вам порекомендовать. Позавчера смотрела фильм «Чебурашка». Помните, я вам говорила, что хочешь что-нибудь посмотреть на русском. 100 раз уже видела эти рекомендации. Все звезды рекомендовали посмотреть этот фильм «Чебурашка». Кто еще не видел, посмотрите. Такой милый фильм. Такой милый фильм. Я обревелась. Такой незатейливый сюжет. Настолько было сделано хорошо мимика вот этого Чебурашки. Он хоть и мультяшный такой герой, да, но настолько вот компьютерная графика проработала его мимику, как будто вот настоящий живой ребенок-человек, да, передает настолько все свои эмоции, грусть, радость. Короче, да, получила одно удовольствие. Так что да, получила целую кучу удовольствия от просмотра этого фильма и ставлю 10 из 10. Вот такой аппетитненький тортик у меня получился. Я еще сделала крем на основе сливочного сыра. Сейчас разрежем и посмотрим, как он выглядит внутри. Какой пышненький, обалденный тортик. Ну-ка, красиво или нет? Смотрите, смотрите, какая красота. Все, мы будем пить чаек. Всем приятного аппетита. Все, попили вкусненько чаек. Был очень обалденный тортик мой этот. Пирожочек морковный. Аж прям слюнки текут. И пришла в свою комнату, чтобы начать монтировать влог. И попрощаться с вами, мои хорошие. Всем большое спасибо, что подписываетесь на мой канал, что оставляете лайки и комментарии, мою поддержку. И как всегда, по традиции, всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.